Вот игра называется Shadow of Dutch. Битва, это темный ниндзя какой-то уже. Кстати, да, вот, ребят, вот почему вот видосы вот это, короче, ну, выходит немножечко реже, потому что они бы выходили бы там два раза в неделю там выходили бы. Но почему так редко выходит видео? Потому что я сейчас там работаю над своей игрой Темный ниндзя 2, и там еще чуть-чуть осталось, и все, игра будет готова, и я могу вам показать этот шедевр, что там реально очень классно, все такое 3D-шное. А как тебе в тебя попасть? А, я же могу прыгать. Просто я привык, что во многих играх персонажи у нас это, всякие главные герои у нас толстые. Переели бургеров, гамбургеры, камбургеры. А, босс! Ты кто такой? Прикольные такие монстры, мне такие нравятся, я же люблю монстров. Только не тебя, а тебя очень что-то не люблю. Потому что ты жесткий очень, как жопа. Иди сюда давай. Чел, ты должен убегать. Все, мужик. Убегаю от снарядов и просто уничтожаю их. И просто кайфую. О, нормально. Я вообще какой-то бессмертный. Может, это просто такое, типа, обучение такое. Так. Видос идет, все нормально. Пока что ждем 6 главу бункера, а я тут кайфую. Блин, что за демон, а? Ай! Надо убегать. Прыгай, прыгай, прыгай. Жесть, я тут пока, блин, ходил в туалет опять. Тут меня, блин, чуть не прикончили, а? Вот даже в туалет нормально тебе сходить, блин, наверное, надо от этих, блин, уворачиваться. А что у нас там, не знаю, какая-то тень или что это от нас такое? Блин, ну... А, ну мы уже погибаем, уже так, блин. На первом же раунде это как-то стыдно. Мне же, блин, мне надо нажимать. О! Учили кусил шамана! Теперь я король шаманов. Отлично. Так, что за девка такая? Так. Ага, пропускаем. Блин, надо выучить английский. Ну, в принципе, у меня есть кое-какой учитель, очень няшный, очень хороший учитель. Так что, и, кстати, да, скоро я, думаю, возрожду все-таки рубрику «Как менялось», потому что... Тем более, я же буду так делать, типа... Я буду делать «Как менялось» только на тех, у которых это больше 10 или же 100 тысяч подписчиков. Да. Ну, или же те ютуберы, которые мне понравятся, вот. Тем более, я собираюсь в скором времени сделать «Как менялось» и какой ютубер. Такой необычный, хороший, няшный. Тем более, ты девчонка. Которую все просто любят. Ну, тем более, популярненькая она. Хотя есть те, которые не знают ее. Пауки, идите в жопу, а. Так. Какой-то у нас лес такой красивый. Какие-то яйца. Что за яйца? Ну, что такая прикольная игра, да. А, из этих яиц тоже будут выпаляться эти, да? Так, ага, отлично. Ну, пока что магию можно не использовать, в принципе. Можно просто обычным мечом просто убивать, и все, это же на изи. На изи с кайфом. Так, ну мы просто... Ну, мы, наверное, в лесах. О, у нас достижение в лесах. Да, я лесник, я тут еще лесник. Так, вот так просто убиваем. А у них тут какие-то... У них уже красные глаза, уже какие-то они демонические. Нет! Блин, надо уворачиваться же точно. Ой, ты что ты в жопу, а? Мне вообще не страшно. Блин, надо от них уворачиваться, а я что делаю? О! Хорош! Чел, хорош! А что это за портал или что это такое? А, нам тут нельзя, это барьер. Я вот еще придумал еще оружие для второй части Темной ниндзя, там не знаю, вот там нужно именно магические оружия во второй части. А придумать очень много крутых всяких, прям креативных всяких там оружий, это очень сложно, ребята. Я только 50 только смог оружие. А нужно 100 для этого. Ну хотя 50, там 50 тоже нормально, либо 50, либо 100. Отлично. Я смог выучить какие-то уроки, отлично. Это же лучше, чем в школе. Хотя вообще я потом в техникум поступлю, там 19 место получил. Теперь я студент, ребята. Да. Хоть что-то хорошее в этом году. Там еще где-то слышу, там еще Байден, он еще это вроде заболел коронавирусом. Ну допрыгался, все. О! Блин, жалко, здесь нельзя делать пинок, как там в этом. В Angelus Stick 5. Какие-то ежики, блин.
Это просто такой же мир, как и наш, только тут просто это ёжики всякие, тут просто они немножечко это больки прокачанные. Это же параллельный мир. Что ты хочешь сказать? Так, ну это хотя не ёжик, это какое-то странное непонятное существо. Тем более, ребята, у меня еще насчет игр у меня очень много идей. Еще вот хочу вот краски создать и вообще, ну, пока что нарисовать очень мощную игру, которую можно прям сравнить с этим, с этим Poppy Playtime, с FNAF Security Breach, что эта игра очень мощная. Это хоррор игра будет. Пока что не буду говорить название, когда я вот закончу вторую часть, когда я скажу. Ну, там, чё тёмно ниндзя. Да, как-то не очень получается у вас уворачиваться. Давай, я не уязвим. Давай, что у вас за яйцо такое, а? Яйцо, вот оно. А ну-ка дай мне яйцо, я хочу яичницу сделать. А ну идите отсюда. Это мое яйцо. Здесь будет мой сын расти. Где сын? Так, ну мы просто здесь сражаемся, как-то странно. Уровень 3 из 3. Где босс? Где мой сейчас сын? Из кусков свинины. Блин, двойной прыжок нельзя делать. Почему? Это же, блин, нереальная жизнь. Ой, блин. Ой, красное яйцо. Там уже, наверное, кетчуп, наверное, сделали. Меня сейчас убьют, блин. Быстрее, 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 быстрее. Че, такая веселуха была. Вчера, блин, жесть. Я вот могу прямо рассказать. Если бы был бы аниматором, я как закатун, я бы такую историю вам бы сделал бы. Какое-то аниме было бы, мне кажется, было бы. Блин, меня сейчас убьют. Ладно, проигрывать тоже надо уметь. Так. Ой, ё-моё, ой, ё-моё, ой, ё-моё. Нам капец, нам звезда. Ну все, мне звезда. Как говорится. Нет, пожалуйста, давай не надо, а? Давай договоримся. Я просто хотел отдохнуть здесь и... Все умирают рано или поздно. Да, согласен с тобой, чувак, увеличить свою силу. Надо увеличить силу. Воскрешение. Так, мне надо что, яйцо именно убивать? Вот стрелочки указывают. И вообще тут есть у меня вот что. У меня тут есть суперсила, я не использую. Более она это, ну, считать бесконечная просто на время. Так что надо пользоваться этим. На, давай, убивай. Там еще, кстати, какой-то там способность там какая-то есть. Вот так, вот так, вот так, вот так, все, давай. Темно нельзя разберется совсем. Отлично. Подземелье какое-то. Хотя какое-то подземелье, это вообще лес какой-то. Волшебный лес. Или же сумеречный лес. Это уже как-то Майнкрафт. Где-то в одной из моих игр там будет сумеречный лес. Так, ну давай вот так, давай. Получай, давай. Ты заслужил за это. Меня что, опять убьют, что ли, а? Не, он так неинтересно. Проигрывать, конечно, да, надо уметь, но надо еще и выигрывать. Наконец-таки. Ну ладно, в принципе, придется использовать вот этот инвентарь. Что я добыл? Так, что я сегодня добыл? Так, какой-то Макс. О, Максим, здорово. Это же из бункера. Так вот, это типа что? Это типа как бункер 2022, только мы за Максима играем. Я даже не помню, когда я на видео еще вот кашлю так. Ну, короче, вот так кашляет хайсплей очень громко. Меня брат и сестра заразили. Большое спасибо им. Даже не знаю, ходить теперь на тренировки или нет. Хотя, что там, просто гору немножечко побаливает и все. Так. Да блин, ты задолбал меня уже, а? Я там еще другие еще игры есть еще прикольные, которые еще давно еще снимал еще на канале. И как раз я хочу вот повторить как-нибудь их снять вот. Довольно-таки такие прикольные игры. Давай, на, получай! На! Завардо! Отлично, отлично, давай, давай, давай. А ты, паук, любишь кабачки, а? Любишь кабачки? Я их просто обожаю. Почему ты их ненавидишь? В смысле? Блин, меня чуть-чуть сейчас убьют, твою мать, давай убивай. Используй все способности, наверное, так надо делать. А что за бомба? Наверное, ее, наверное, надо использовать только в крайних случаях, как понимаю. Пауки, иди в жопке, а? Пердуны, блин, кочинские гребучие.
А ну отсюда ушла ты, нечисть гребаная. Давай, давай. На яичницу давай, на яичницу. И на мясо. О, это мясокомбинат. Ура. Есть чем покушать потом. Вы когда не кушали мясо паука? Я вот еще не кушал, но я думал, что оно вкусное. Кто-то любит кабачки, а кто-то любит паучатину. Нет, меня сейчас убьют. Давай, изо всех сил сражайся просто. Давай, давай, это мощно. Ох, нечистая сила. Вообще могу использовать только вот эти вот суперспособности, вот эту ульту, как так сказать. Так что давай используем ее во всю мощь, раз нам дают такую халяву. Так. Давай, ну эти пауки, в принципе, они изичные. Так вот это, блин, стреляет, блин, скотина бесит меня. Вас, вас что-то слишком много, а? Так, давай, давай, давай. Блин, как что там пинка нельзя ему дать? Хотя это под жопу. Гоу, давай, гоу. Давай, вот так вам. Дальше, давай, давай, используй. Ты же мужик, давай. Давай, вот так я вас всех сейчас порешаю нахрен. Паук, ты, ой, это... Ёжик, ты это там не чихни, хорошо, а то я знаю тебя. Ты любишь чихать. Да, это, если что, если там чихнул, будь здоров. На! Вот так-то. Все, яйцо лопнуло. Оно бомбануло. Ого, так подгорело, меня бомбануло. Ты чё, охренел, что ли, меня сейчас так забомбит, а? Меня бесит проигрывать, ненавижу проигрывать. Так что иди сюда сейчас, по жопе получишь, давай. Так, давай, на! Вот самое лучшее оружие против врагов, это леща надо им давать. И по жопе надо давать. Очень мощным ремнем, таким как с крокодильей кожей. О, победа! Я уже думаю, я проиграю. 50 рублей. Я за 50 рублей могу купить какое-то авто. Я купил автомобиль купить. Ура, у меня автомобиль есть, ребята. Я сейчас буду вас, это, ну, катать на своей Ламборгини. Вот такой добрый я хайсплей. Чё, вчера еще вот еще это Винди еще вот снял видос, такой коротенький. Блин, вообще Винди такой классный ютубер, он, знаете, это прям приятно с ним там общаться, приятно смотреть его видос, реально приятный человек. Это никогда, наверное, не скатится. Потому что есть такие ютуберы, которые очень долго держатся это и как бы не скатываются. Так, давай использовать это, а то это капец будет. А, кстати, заметил, что А4, ну, так, потихонечку у него просмотры, кстати, это падает, так что, считайте, он уже скоро это... Не будет уже актуальным таким. Отлично, я его убил. Но меня уже, блин, почти что меньше половины хп. Это очень плохо. А надо постараться. Давай, мужик. Блин, ты вообще какой-то читер. У него какие-то, блин, колючки, блин. Хочет, блин, насадить их на меня. Скотина, а. Давай, иди сюда. Купидор. Ты купидор? Или как там оно? Как там Мунти говорю. Отлично. Блин, жалко, нельзя там восстанавливаться или можно. 25% хп, это очень мало. Нам полное, нам жп. Но я верю, что мы победим. Надо верить. Давай. Я не сдамся, пока не убью вас всех. Давайте, давайте. Блин, они просто стреляют обычными, не знаю, фаерболами. Мне нужно просто уклоняться от них. Это же легко, давай. Ты же сможешь. Давай, надо же легко. Так, 32. А, понятно. Вот так, давай, давай, давай. Вот так, потом вот так, на нахрен. Потом вот так. Потом использовать вот эту ульту, потом выпей пиво. И просто мочи их всех на изи. Так, что там дальше у нас еще? Дальше потом бери и жри огромную жопу монстра. Это очень полезно для здоровья, особенно если ее пожарить еще. Низким соусом. Тартар. Чё я несу? Оу! Как скакун какой-то. Давай, я тебя убиваю. Так, это получается последний противник. Нам нужно с ним хорошенечко так справиться. Давай, давай, давай! Где же получится, мужик? Давай, 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 давай!
Дальше, что там у нас? Следующий скилл, суперспособность. Давай, давай, давай. Да пофиг на эти варбу, они вообще... Мне на них посрать вообще, давай. А теперь, что там дальше? Блин, не знаю, что тут комментировать, в принципе. Тут просто полная жопа. Мы попали в жопу мира, и тут... Вообще даже... Комментировать даже нечего. Нет, ты почти что победил бы. Давай, давай, давай. О, Алло это победил. Ну, это сложненько, да. Я не знаю, как тут... Наконец-таки я могу хоть что-то уметь в этом мире. Так что давайте, чуваки, на этом закончим. С вами был Хайс. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем удачи, до встречи. Всем пока-пока.